Всем привет, дорогие друзья! В этом видео мы будем коптить с помощью самодельной коптильни курицу. В дальнейшем будем коптить различные другие предметы быта. Сейчас я расскажу и покажу, что представляет из себя наша коптильня. В общем, начинаем с самого верха. Вот это вот от духовки, самой простецкой штукенции. Тут вот дальше решетки идут. Все это сделано из советской стиральной машины. Вот этот вот бак, он был. Сюда просто вот уголки приварили. Это от холодильника, по-моему, старого тоже. Тут никаких особо наворотов, ничего нет. Ну, в общем, самая простецкая конструкция, какая только может быть. Так, снизу вот противень, чтобы не накапало. И вот это... такая вот штука, которая была в стиральной машине, я не знаю для чего, потому что я не разбираюсь в стиральных машинах. Она сейчас предназначена здесь для того, чтобы насыпать туда щепу, вот так вот закрывать, снизу разводите огонь и получаете все, что хотите. Так, курица с пряными приправами, и залита она была еще соевым соусом. Давай. Коптиться все это дело должно примерно полчаса, ну можно минут 45 максимум. Пока вот все скоптилось нахуй. Путем все так и должно быть. Признаюсь честно вам, я дедушку любил. Так он же бил тебя. Клянусь, за дело бил. Я думал, то что оно уже сгорело, прям стало таким черным. А оказывается, это из-за копчения так вот случилось. Так, давайте вытащим. Иди сюда. Раз. Ты подставь, чтобы было видно. Так. И это покажи. Так, с эту, вот эту сюда поближе. Нет, не, не, вот эту. Это моя, короче, будет. На вид отлично, сейчас будем пробовать на вкус. Так, сейчас шеф-повар попробует. Очень даже ничего. Мой вот друг говорит, что сухо. Но это кому как, мне вот нравится по суше на самом деле мясо. Всем рекомендую на дубовых щепках или там опилках, не щепка, да, это все-таки? Щипа. На дубовой щипе всем рекомендую курицу готовить. Не буду говорить, подписывайтесь на канал и все остальное.